Быстрый рецепт маринованных баклажанов без заморочек. 1 килограмм синеньких нарезаем на кусочки не очень мелко. Отправляем в кипящую воду и отвариваем 5 минут. Отваренным баклажанам даем немного остыть и стечь жидкости. Одну луковицу нарезаем на четвертинки. И перекладываем к баклажанам. 3 зубчика чеснока пропускаем через пресс. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара, 3 столовые ложки растительного масла и 4 столовые ложки уксуса. Все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь.